Всем привет, дорогие друзья, с вами Битфинт. Мы продолжаем с вами проходить линию крови Bloodline. Почему я без вебки? Потому что уже поздно очень. Во-первых, я не хочу включать свет. У меня здесь немного беспорядок. И я буду сейчас играть без вебки. Мы остановились с вами на лестнице. Так, хорошо. Мы с вами очутились здесь. Так, что мы имеем? Аптечка, маленький ключ и патроны к пистолету. Что ж, хорошо. Так, на дальше у нас был чердак. Он закрыт. Так, вызываем лифт. Так, нам надо... А, все, лифт едет. Хорошо. Так. Кстати, чтобы поехать в лифте, во-первых, надо вызвать его вниз. Во-вторых, открыть дверь, закрыть дверь и вызвать еще раз вниз. Так, все. Мы с вами оказываемся здесь. Так, шкафы не открываются. Что ж, заходим внутрь. Что ожидает меня внутрь? Так, окей. Здесь дверь не рабочая. Ой, сразу первый раз. Первая пуля и промазал. Вторая промазал. Так, что-то я это... Уже разучился играть в нее, если честно. Кстати, кто не знает, для чего нам нужны пустые бутылки, открою вам секрет, капитан очевидность. Этими бутылками можно кидаться. Иди сюда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пуль надо этому каскадеру ползающему, чтобы убить его. Так, патронов дефицит, но это не проблема, вы помните. Опа, дротиками даже можно. Вот видите, первый раз я не обратил внимания на дартс. Так, Элвис Пресли. Чё? Тюремный рок? О. Здесь мы с вами... Это напильник. Он может мне пригодиться. Нашли напильник. Так, здесь мы шкафы не все проверили. Потому как здесь есть какая-то консерва и патроны у нас на верхней полочке. Вот так-то лучше. Теперь, что... А, еще бутылку мы одну упустили из вида. Сиськи. Выходим. Еще бутылка одна. Так, чемодан мы смотрели, не открывается. Цветком взаимодействия нет. Можно шторку открыть, закрыть, открыть, закрыть и еще раз открыть, закрыть. Так, здесь сейчас тетя Таня нас встретит. И не одна. Забавная игра, на самом деле. Ой! Ой-ой-ой! Ой! Чё ты там, пьяная, что ли, потыкаешься? Сейчас! Не достанешь. Меня так просто не положишь. Спать. Так, вот и патроны дефицит опять. Так, что там у нас? Книги по медицине. Ну окей, медицина велика. Еще патроны есть у нас. Это весьма и весьма радует. Закрытый ящик. Попробуем использовать маленький ключ. Не открывается. Попробуем использовать напильник. Не открывается. Хорошо. Хотя в этом ничего хорошего нет, но все равно пусть будет хорошо. Так, какую-то бумагу мы с вами взяли. Как ее использовать? Где использовать ее? Это оружие.
это вещи. Так, вот-вот-вот, стоять. Список пациентов. Нажмите клавишу Enter. Так, окей. Это список пациентов. Кристиан Барнен, Билл Дайтон, Джим Карт. Джим Карт! Это же мое имя! Я вспомнил. Джим Карт. Запись номер B233. Если я найду больничные карточки, то смогу что-нибудь узнать о себе. Так, окей. Давайте попробуем обратиться к книгам опять. Хорошо. Ищем больничную карточку. Ящик не открывается. Это очень плохо. Так, что опять музыка пошла не так? Где? Кто? Так, я звук чуть-чуть опять потише. Вот, Танька опять бежит. Что мне не нравится в этой игре здесь? Спавнятся до бесконечности враги. Аппарат для переливания крови. Замечательно. Так, что у нас? Шторки опять можно раздвигать, да, задвигать. Это все уже в порядке вещей. Так, эта дверь у нас не поддается. Так, маниокально-депрессивный синдром. Здесь что у нас? Алкогольный синдром плода. О, это серьезно. На самом деле, не знаете, что это такое? Это хорошо, что вы не знаете. Вам лучше не знать. Это что, эмоциональная неуравновешенность растения? Да, это тоже органический галлюциноз. Так, я пошел отсюда, мне уже плохо от названий синдромов, болезней. Это не есть хорошо на самом деле. Так, выход. Зови? Нет. Окей. Опять нагнетение. Так, сейчас столик выйдет. Ох ты. Столик спать пошел. Так, мы пойдем сразу. Часть садовых ножниц. Ну хорошо. Хотя мог бы ты все взять там, склеить их чем-нибудь. Получились бы целые ножницы. Так. Здесь. Опа. Ничего не выпадет, да? В прошлый раз здесь я напоролся. Ничего не получается. Там пусто. Я запрыгнул через бачок каким-то образом и застрял там. И из этого ничего не получилось хорошего. Окей. Так. Консерву слопаем. Много оно нам не дало, но все же, что есть, то есть. Так, давай, беги. Так, парень, ты что делаешь? Ой. Ой-ой-ой. Вот так вот теперь я. Крут. Кстати, здесь по-прежнему непонятно, кто это. Роберт Кох. Сантьяго Рамсом Кахаль. Так, сюда мы использовали ключ. Пробовали использовать. Пробовали напильник. Ничего не получается, да?
Так. Не получается. Окей. Так. Ну и выйти, да, мы не могли с вами отсюда. Он говорит, у меня еще здесь... По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Ну вот, собственно. На этом я и застопорился. Немного. Так, бумагу взять ты можешь? Так, а что делать-то надо? Как Брауну попасть? А назад мы можем выйти, интересно? По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Ха! Напильник. Зачем нам напильник? Так, давайте смотреть все внимательно. Вот что-то мы и упустили из виду. Все возможно. Крыска. Да можно порезать. Нельзя, да? Ну и хорошо. Ты уже все равно готова. Тараканы. Здорово. Не входить. Сюда и нельзя войти. Да. Да. Так. Это мне, собственно, и не нравится. Что-то можешь подпилить. Лестницу возьми. Залезь куда-нибудь. Можешь так сделать? Можешь. Хорошо. А на шкаф залезь. Можешь? Давай попробуем. Нет. Я могу зато зайти в шкаф. Нет, тоже не очень хорошо это получается делать. Так, что же можно сделать с напильником? Это вот очень интересно, на самом деле. Документы, может, какие-то надо походить, поизучать. Здесь у нас нету, да, в рентгене документов? Нету. Здесь явно их не должно быть. Здесь что у нас? Так, давайте закроем шкаф. Я не тебя хотел открыть. И не тебя. Так, моя голова начинает отказываться от думок. Напильником в унитаз мог потыкать. Нет, да. Плохо. Ключ утопи. Не, ну это уже тупость будет, конечно. Так, что там можно было сделать? Ничего, да? Ну ладно. Давайте думать дальше, что мы имеем. Маленький ключ. А для чего он? Можно как-то почитать там про него. Так, как бутылки, кстати, использовать? Это я тоже не знаю. Ой, понятно. Понял. Хорошо. Ладно. Тоже на Е. Так, документы еще у нас какие-то должны быть.
Да. Не знаю. Тап, коды какие-то вводить можно. Но не нужно. Так. Где-то ты... Хорошо. Давай, заешь аптечку. Опа. Замок. Надеюсь, мне удастся его снять. Вот и напильник, собственно, наш. Здесь пригодится. Погоди. Как использовать-то? А, правой кнопкой надо. А я на этой сейчас. О! Понтяша пришел. Ты какой-то мощный парень. Не, ну так неинтересно. Ладно, вскрываем. Окна. Вот так. И выходим на улицу. Мне это не нравится, если честно. Так, я не знаю, возможно дальше играть или нет. Так, давайте зайдем в этот сарай. Нельзя, да, кувалду взять? Вот это плохо. Это что мы взяли у нас? Консервы. Давай еще 20 поправим. Консервы. Это хорошо. Возьми вот топор, что ли. Не входить. Так, а здесь у нас что? Здесь выхода нет. Кто опять там? Сюда. Здесь лестница лежит. И, возможно, что-то еще мы здесь с вами найдем. Но это не точно. Ладно. Стопы. Это странно. Здесь и нет ничего.
Так. Не просто же так. Не просто так мы сюда пришли. Правильно? Мы должны лестницу как-то поставить. И залезть к Брауну в окно. Давайте попробуем вот так это сделать. Нет? Ну, тогда мои идеи подходят к концу. Хотя нет. Ты прыгать можешь? А, здесь почему-то... А, вот тут-то можешь прыгать. Так, не говори, что ты завис. О, хорошо, молодец. Не надо зависать. Это мне очень не нравится. Так, ну, я не знаю, что делать тогда. Так, вот соседнее окно. Так, стой. Я с тобой не хочу воевать. Да, пистолет их, конечно, смешно дамажит. Ну все, мои идеи закончились. Что можно здесь еще сделать? Я не знаю даже. Опа. 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 Возьми ты что-нибудь здесь. Кувалду там. Не просто так мы же открыли окно, правильно? Ну-ка ищи, хорошо. Давай, следопыт. Ты можешь что-нибудь найти, наверное, да? Так. Ладно. Гробы какие-то стоят. Я думаю, через деревья пройти можно, не? Возьми кувалду, выломай тут себе проход. Я не знаю, что еще. Будь повнимательнее просто. Опять, возможно, мы что-то с вами упустили из виду. Возможно. Но сюда мы пришли с вами только за... непосредственно консервой и этим самым, как он, за патронами, да? Больше мы с вами здесь ничего не нашли. И это не есть хорошо. Это есть плохо. Так, что внутри кости спрятан небольшой листок бумаги. Понятно. Так, полезли мое любимое дело по шкафам полазить. Немецкие научные книги, окей. А здесь какие? Тоже немецкие. Ну ладно. Так, какую-то записунку мы нашли. Запись номер B233. То, что нужно. Джим Карт,
Диагноз – патологическая депрессивная шизофрения. Ух ты. Примечание. Доктор Браун, пациент должен находиться под постоянным наблюдением. Необходима изоляция других больных. Опасен для окружающих. Лечение. Внутривенные инъекции успокоительного препарата Е62. Внутривенные инъекции. Черт. Как такое может быть? Все это выглядит очень странно. Нужно узнать, что здесь происходит. Здорово. Так, по-моему, мы здесь все осмотрели. У нас две двери есть. Это выход сюда. Здесь подъем кто-то имеет, да? Нет никого. Закрой эту дверь за собой. Их шторки не реагируют. Хотя взаимодействие с ними... Так, кинцо посмотрим, да? Метательные ножи, отлично, что может быть лучше их. Окей. Давай запустим кинцо. Посидим, посмотрим. Это кто? Это доктор Браун, что ли? Немец какой-то, да, поганый. Что делает здесь немецкий доктор? Ой, я же говорю. Кажется, это лаборатория времен Второй мировой войны. Все, что ли? Как-то пленку можешь поменять, не? Ладно, посмотрели, поизучали. Нечаянно. Что-то здесь можно сделать. Опа. Сейф. Сейф закрыт на кодовый замок. Нужен четырехзначный код. Сейф закрыт на кодовый замок. Нужен четырехзначный код. Здесь есть какие-то цифры. 0, 7, 1 и 2. 0, 7, 1 и 2. Окей. Вот и все. Давай. Кажется, код сработал. Что мы нашли там? Так, блокнот, я зашифрован. Что у нас такое? Амулет. Что он делает у нас? Так, еще, да, какие-то действия здесь можно выполнить. Так. Шторки-то надо это. Жарко на улице, да, наверное. Так, еще картина есть. Так, здесь еще одна зашифрованная бумага. А, ключ. Прожекторская. Где-то, наверное, отсюда уходить. Иди сюда. Так, это ножик. Да, я заберу его. Нельзя. Так, здесь явно не откроется уже дверь у нас. Так, вот с тобой я точно не хочу тягаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ой-о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 й-
Я сейчас вас постреляю. Посмотрим, может здесь что-то. Кто? Я что-то оттуда вышел. Ты почему перестал дамажить? Это очень меня напрягает. Ну-ка, пожуй консерву. Так. Прожекторная. Так, окей, можно выйти. Значит, все действия. Зачем двери сейчас снимать? Так, вот это вот по-любому встанет. Нет, да? Ладно. Где? Кто? Где? А? Танюша. И вечно только. Всю жизнь бедная женщина. А ты встанешь, да? Ты читай. Заколка. Она может мне пригодиться. Нормально. Тебе. Так, тут что у нас есть? Что-то хватает, все подряд берет. Что мы там взяли? Рыбные консервы. Ну давай. Что-то еще там взяли. Заколка. Часть игрушки, объекты. Можно объединить автоматически, нажав на клавишу Enter. Деталей недостаточно. С чем соединять-то? Ладно, походим, может что-то и найдем мы с вами. Так, сюда можно зайти? Каком, да? Это что у нас? Приемная. Ой, блин. Учетная книга. Последняя запись была сделана 26 октября какого-то там года. А, хорошо. Аптечки, это хорошо. Черт! Черт! Я чуть не умер от страха. А, это радио такое? Что это за странная музыка? Лучше ее выключить. Да, конечно, блин. Так, не открывается, да? Ну-ка, сюда. А, напильничек. Окей, ладно. Не хошь, как хошь. Здесь ничего, да, не открывается у нас, не берется. Так. Вход только... Это что у нас? Тоже, да? Нет действий никаких. Действий, взаимодействий. Ух ты, серьезно, здесь погромчик-то был. Перепрыгнуть сможешь? Не по сценарию это, да? Ну ладно, печально. Так. Что, назад, да, выйти, что ли? Ну я вроде бы здесь сейчас все осмотрел уже. Все, что можно использовать.
руками буду бегать, только врагов наживать себе. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Меня это бесит, когда он так говорит. Я не знаю, что тут еще искать. Тут больше ничего ни с чем не взаим. Кровь. Ну и чё? И чё ты повернулся-то сюда? А, опять танк. Ну, быстро с ней. Кровь. И чё кровь? Молодец. Окей. В приемной что-то надо сделать. Вот здесь. Так, это что, не берется, да, ничего? 68-й год, ё-моё. Ну, ну еще патроны мы с вами упустили. Не, техника такая не работает. Вентиляция, может где-то. Куда-то в вентиляцию залезть. Так. Там же шторки были. Легкие такие дурочки. Что-то где-то упустили. Вот это странное какой-то закоулок. Здесь явно что-то использовать можно. Наверняка. Нет, да? По периметру я уже все обскакал. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Колонны. Что-то в колоннах. Нет, да? Светы лучки. Я все равно все разгадаю рано или поздно, чего? Так, а если я сейчас в баллон выстрелю? О! И чё? Чё это дало нам? Ничего, да? Как обычно. Непонятно что, непонятно где, не понять куда. Они сейчас будут бесконечно. Тут что-то надо сделать, да? И запрыгнуть ты не можешь сюда, инвалид конченый. Сюда. Ну так совсем не интересно уже. Погоди, а куда амулет использовать-то? А, заколка и амулет. Вот так вот. Кстати, подожди, у нас там в приемной тумбочка. Сейчас попробуем ее заколкой отковырять. Возможно, что-то получится.
не хочешь? Да ну. Ломай его, я с ящиком справлюсь. Опа. Закрытый ящик. Вот как я его не увидел, а? Подожди. Вот его, может быть, заколкой надо. Ага, точно. Вот так. Я же говорил, что она мне еще пригодится. От чего ключи? Связка ключей. Ну ладно. Будем подбирать тогда что. Нема. Ладно, наверное, надо выбираться назад. Так. Так, Татьяна, на тебя время не буду тратить. Да, начинать ее сейчас заново проходить. Так, вот возможно сейчас ключи куда-то нам пригодятся. Так, а что если выйти отсюда, нам можно? Можно. Окей. В торах эти были прописаны диагнозы. Так, это где мы? Вот тут здесь ящик не открывался у нас. Вот этот ящик. Так. Так, это какой паразит? Здесь нету дверей. Нам надо отсюда выходить. Раздевалка. И выходить, наверное, надо. Да. Первый этаж. Ниже некуда, да? Ниже можно. Ой-ой-ой, тараканы атакуют. Тараканы. Я сейчас залезу куда-нибудь на ящик, и что ты мне сделаешь? Ну давай. Смотри, какой хитрый, а. Таракан тараканом. Что-то мы, как всегда, не найдем. Кто-то еще, да, остался? Это уже баг в игре. Ну что у нас в подвал? Закрыто. Окей, ключи у нас, и вот связка есть. Вот, подошло к подвалу. Так, давайте здесь сохранимся мы с вами. Все, сохранились. F5 можно нажать, наверное, да? F6. Блин, а что сохранение-то быстро? Сохранить. F7, F8, F4. Давайте с вами на подвале, наверное, и закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами продолжим в следующей серии. С вами был Битфинт. Всем пока-пока. Ничего не получается. Ничего не получается. Ничего не получается. Ничего не получается.